Вы смотрите новости дня на канале ОТС, в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Глава региона Андрей Травников сегодня работает в Екатеринбурге, где открылся глобальный саммит производства и индустриализации, а также международная промышленная выставка «Иннопром». Среди основных задач, которые предстоит решить в ходе мероприятия делегации Новосибирской области, это привлечение инвесторов и обсуждение перспектив реализации новых проектов на территории нашего региона. Подробнее готов рассказать мой коллега Дмитрий Иванов. Он сейчас находится в Екатеринбурге. Дмитрий, добрый день, вам слово. Здравствуйте, Иван. Да, мы находимся в Екатеринбурге, но, к сожалению, не в самой гуще событий, поскольку выставка «Иннопром», куда мы аккредитованы, вот сегодня, видите, вход на эту выставку закрыт в связи с тем, что важные события происходят на глобальном саммите по производству и индустриализации, который проходит здесь же параллельно в здании Екатеринбург-Экспо, и сюда сегодня приезжают президенты двух государств, России и Турции, поэтому вход в помещении Екатеринбург-Экспо ограничен для посетителей и для журналистов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также сегодня будет принимать участие в мероприятиях саммита, но в первую очередь у губернатора важные встречи и соглашения по проблемам экономики Новосибирской области. В частности, вот как раз в эти минуты проходит встреча с представителями компании «Синара» транспортные машины. Это известный уральский производитель электропроездов «Ласточка». И, возможно, речь пойдет о том, что эти поезда в будущем будут курсировать как-то как по междугородним сибирским железнодорожным маршрутам, так и по внутренним новосибирским железнодорожным маршрутам. Но это пока встреча, а не соглашение. Что касается соглашения, то такое тоже сегодня запланировано между правительством Новосибирской области, Новосибирским же приборостроительным заводом и Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого. Речь идет здесь об обмене специалистами. Планируется, что студенты Петербургского университета будут приезжать на Новосибирский завод приборостроительный на практику, а сотрудники завода, в свою очередь, ездить на курс повышения квалификации в Санкт-Петербург. Вот пока такая программа на сегодня. Подробности в вечернем выпуске новостей ОТС. Иван. Спасибо. Дмитрий Иванов о работе делегации Новосибирской области на глобальном саммите производства и индустриализации в Екатеринбурге. Новый автовокзал в Новосибирске заработает с начала 2020 года. Сегодня депутаты законодательного собрания проинспектировали строительство важного транспортного объекта. И сейчас на связи со студией мой коллега Андрей Баев. Андрей, добрый день. В какой стадии готовности находится объект? Добрый день, Иван. Да, сегодня депутаты законодательного собрания, а именно транспортный комитет, выездное совещание проводили на тему автовокзала, а именно на тему строительства и введения в эксплуатацию нового автовокзала в восточном направлении на Гусинобродском шоссе. Главная его задача – это разгрузить как раз старый автовокзал, действующий ныне Новосибирский автовокзал, который, мягко говоря, не устраивает ни как перевозчиков, ни так и пассажиров, потому что очень маленькое помещение. В день пассажиропоток здесь более 3000. С введением нового автовокзала на Гусинобродском шоссе этот поток должен снизиться как минимум в 2 раза. 1000 с лишним человек будут обслуживать именно там. Что касается нового автовокзала, здание уже полностью построено. Должны ввести в эксплуатацию в ближайшие 2-3 месяца. Ну а заработать новый автовокзал должен уже в декабре 2019 года. А также депутаты обратили внимание на то, что есть некоторые недочеты по обеспечению доступа к новому автовокзалу людей с ограниченными возможностями. Есть также некоторые вопросы по благоустройству и по организации пассажирского движения в новом месте, а именно это пешеходные переходы, необходимо строительство наземного пешеходного моста. Ну и также, конечно же, благоустройство всей территории нового автовокзала. Кстати, там идут и работы по благоустройству и расширению проезжей части Гусинобродского шоссе. Обещают 5 полноценных полос. Ну а более подробно о том, что ждет пассажиров, которые передвигаются на автобусах как по нашему региону, так и по стране в целом, расскажу в вечернем выпуске новостей. Иван.
Да, спасибо, Андрей. И к другим темам. Обманутые дольщики из Новосибирска ищут помощи у прессы. Недобросовестный застройщик проходит процедуру банкротства, и судьба одной из возводимых им многоэтажек оказалась под вопросом. Среди недовольных и те дольщики, кто уже получил ключи от своих квартир в других домах этого застройщика. Выяснилось, что в домах много недостатков, и отвечать по ним некому. С обманутыми новосибирцами встретилась наша съемочная группа. На связи со студией Дмитрий Белькевич. Дмитрий, добрый день. Ждем подробностей. Добрый день, коллеги. Еще один крупный строительный объект может так и остаться в числе долгостроев в Новосибирске. Речь идет о многоэтажке, которую возводят на улице Герцена под номером 1/2. Сдать дом в эксплуатацию должны были еще в 2015 году, однако до настоящего времени работы существенно не продвинулись. Строительством на начальном этапе занималась уже известная нам компания «СМУ-3». Ранее мы сообщали, что недавно, благодаря усилиям властей, на Беловежской улице в Новосибирске ввели долгострой, который также начинала строить эта строительная компания. По словам дольщиков, строительство было заморожено, поскольку застройщик перевел денежные средства на завершение долгостроя на Беловежской. Недавно дольщики организовали ЖСК и уже своими силами пытаются достроить объект. Но разрешение на строительство в будущем году объект может не получить. Таким образом и получается, что объект может заморозиться в очередной раз. Дольщики неоднократно обращались в разные инстанции, начиная от органов строительного надзора и заканчивая правоохранительными органами, но никакой реакции с их стороны так и не поступило. Более того, располагающийся рядом дом под номером 1/1 на улице Герцена заставляет задуматься о том, что и следующий дом, который раньше начинала строить СМУ-3, если даже и будет введен в эксплуатацию, то будет иметь существенные строительные недостатки. Один из собственников квартиры рассказал нашей съемочной группе, что внешне и внутри дом имеет очень много строительных недоделок. Это отсутствие сайдинга, отсутствие металлопрофиля, утеплителя в некоторых местах, балконы не застеклены, как то предполагалось проектом, и абсолютно не организована придомовая территория. Даже за детскую площадку собственникам квартир в этом доме пришлось бороться, и только благодаря наказам местных депутатов ее установили. Диалог нашей съемочной группы с директором СМУ-3 Егором Ватяковым не удался в телефонном разговоре. Он отказался от интервью и заявил, что сейчас компания находится в стадии банкротства, и ни один из объектов, которыми он занимался ранее, ему в настоящее время не интересен. Все подробности этой истории мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей. Коллеги. Спасибо, Дмитрий Белькевич. А еще о одном потенциальном долгострое в Новосибирске. Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Александра Анцупова сегодня чествовали в правительстве региона. Накануне ему исполнилось 95. Красноармеец воевал на Курской дуге, командовал стрелковым отделением. В сентябре 43-го в числе первых на подручных средствах переплыл Днепр и повел бойцов в атаку. Освобождал село Зарубинцы на Украине. Кроме «Золотой звезды» награжден медалью за отвагу, орденом Ленина и Октябрьской революции. В 2010-м в Москве участвовал в юбилейном параде Победы. После демобилизации жил и работал в родном селе Федосиха Коченевского района. В 2014-м переехал в мегаполис, написал книгу о земляках, которые сражались за родину. В июне в честь него назвали одну из улиц города. На торжественном собрании ветерана поздравили воспитанники патриотических клубов и попросили учредить кубок имени героя Александра Анцупова. Награду будут вручать тем, кто выиграет региональную военную эстафету. Вспомнить все. 238 человек из нашей области прибыли на масштабные военные сборы Росгвардии. Там они освежат в памяти, чему их учили в армии, и получат назначение в Новосибирской и Кемеровской областях на случай военного положения в стране. Подробности в сюжете Дмитрия Антипова. Вспомнить все за 10 дней. Как подшить подворотничок, обустроиться в казарме, роль которой выполняет палаточный городок, и по команде встать в строй. Солдаты запаса повторяют, что учили в армии. Ребята здесь приехали не сами, конечно, они были признаны через военкоматы наши, но никто, я вам скажу, что кому были отправлены повестки для прибытия, никто не отказался, все прибыли. И это очень знаменательно, никто никого не выискивал, не ловил, не заталкивал на эти сборы. Поэтому я думаю, что эти сборы получатся, и мы достойно их подведем итоги и проводим. Сергей Толоконников с 96 по 98 годы служил в Астрахани в ракетных войсках, а сейчас работает охранником. Чтобы поехать на сборы, взял отпуск. Говорит, очень интересно вспомнить армейское прошлое, однако объяснить 10-дневное отсутствие жене было сложно. Пока в отпуске предложили приехать, поучаствовать в сборах,
Ну, я как бы согласился. Там начало как бы неприлично, но эмоции, конечно, хорошие, впечатляющие вообще. Хотел бы и на будущее сказать будущим солдатам и защитникам нашего Отечества, чтобы не боялись, шли в армию, служили. То есть весело, много народу, как бы все прекрасно. По ходу сборов призывники несколько раз выйдут на учебное стрельбище, выполнят упражнения по защите от оружия массового поражения, как химического, так и ядерного. Кстати, по окончании сборов все получат зарплату от 8 до 12 тысяч рублей, а особо отличившиеся будут награждены и повышены в воинском звании. Дмитрий Антипов, Алексей Зубило, новости ОТС. И в заключение о спорте. Хоккейная Сибирь готовится выйти из отпуска. Игроки присоединятся к команде 10 и 11 июля, после чего стартует медобследование перед началом учебно-тренировочного сбора в Новосибирске. Накануне стало известно, что в новый сезон клуб войдет без одного из главных старожилов – команды Максима Игнатовича. Всего в составе Сибири Игнатович провел 344 матча, в которых набрал 50 очков. А в 2011 году стал чемпионом мира среди молодежных команд. 28-летний защитник продолжит карьеру в Нижнекамском нефтехимике. Стоит отметить, что это первый переход для игрока за всю карьеру. Еще одна новость из клуба. Определена важнейшая дата в календаре новосибирских поклонников хоккея. День болельщика Сибири в этом году пройдет 18 августа. Праздник объединения клуба и его фанатов станет уже 11-м по счету. О программе мероприятия в клубе пока не распространяются, но главное, именно в этот день состоится презентация обновленной команды перед стартом сезона. Кроме того, болельщики, желающие выступить в этот день с творческим номером, могут отправлять свои заявки на электронную почту команды. При этом в клубе особо отмечают, что появившаяся в сети информация о том, что в этот день в Новосибирске будет представлен Кубок Стэнли, завоеванный Владимиром Тарасенко, не соответствует действительности. И на этом пока все. Слушайте новости региона на Первом областном радио 54 на 106.2 в Новосибирске и 105.9 в Болотном. Итоги дня подведем в 20.30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи.